Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Одинцовскому городскому округу пресекли деятельность цеха по изготовлению контрафактных кондитерских изделий известной российской торговой марки. По внешним признакам отличить подделку от оригинала практически невозможно, отметили полицейские. По предварительным данным, ущерб, нанесенный компании правообладателю, превысил 19 миллионов рублей. Незаконное производство располагалось на территории промышленной зоны в деревне Ликино.